Всем хорошего снова я. Стендофер про. И когда мы не будем играть в стендофер, мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Вы спросите, это обычно, да, вот тут Майнкрафт? Не, это Майнкрафт 3, вы знаете, это Майнкрафт, наверное. Потом зайдем в обычный Майнкрафт. Как видите, это ночью. Хочет даже на сама пройти. Если вы этого хотите, я вам покажу, знаете. Наберете 5к лайков, я вам покажу свой скин сейчас. Короче, смотрите, сейчас вот так сделано, смотрите. Я моя почта это создаю. Короче, я сейчас зайду, мне на спаску. Как вы видите, почему я тебя вижу? Короче, сейчас разберитесь. Вот мой пер. Вот, даже отсюда видно, смотрите, какие у него волосы. Вот так видно, что он будет обычный, да, вот так. Не, ну он же вот такой у нас рокер. Как вы видите, у нас он вот такой. Та-та-та-та-та-та-та. О-о-о-о. Это сейчас было такое крипер, только попробуй взорвать мой дом. Дром или... Я сказал дром? Блин, в комментариях, я сказал дом или дром? Я думал, что я сказал дом или дом. Короче, понятно, в комментариях. Надо пройти спецназу. Это ой, ну, короче, я вчера открыл Бульдс Кейкбокс, то есть, и мне там выпал Акэр Спорт, это мой первый эпик, который у меня выпал в кейс. Ну да я, короче, в Кейкбоксе. Чё? Чё, а, вот, я могу так. Это чё у нас такое? О, понятненько. Три алмазика. Три алмазика. Три железа. Короче, ребят. О, уже почти утро, как вы видите. Непонятно почему. Чан. Чан. У меня какие-то палки. А как сделать броню? А, это не надо, нам спасибо. Так, мне нужна кирка и меч. Нам нужны 5 булыжников. И все так. Ребята, уже утро, наконец-то можно выходить. Это прекрасный. Опа, там, папа. Главное, чтобы меня не убили. Не будет, не знала, как... не знаю, почему я это делаю. Ну, короче, вы поняли. Дай мне еще мою новость. Ну, все, можно копать. Закопал рукой. Дерево, иди сюда. А что такое? Я сейчас отойду на одну минуту.
cosas que compramos quedan muy bien con el baúl que tenemos desde hace años. Y el piano está donde estaba cuando yo era pequeña.